Всех приветствую. Сегодня хочу изготовить козлы строительные. И для изготовления одной пары козел нам понадобится на начальном этапе 4 заготовки длиной по 95 сантиметров каждая. Их я сделаю вот из этих двух досок. Нарезана доска длиной 95 сантиметров. На каждой из сторон заготовки отмечаем угол в 65 градусов. Теперь отрезаем по разметке. Углы готовы. Теперь готовим посадочное место под поперечную балку козел. Отмеряем вот это расстояние, половину толщины посадочной балки и глубину посадки на половину толщины самой посадочной балки. От ее начала делаем срез под прямой угол. По получившемуся шаблону ставим разметку на трех остальных заготовках. Разметив три остальные заготовки, отпиливаем ненужное. Седла под поперечную балку выбраны. Теперь нужно каждый из фрагментов соединить болтами. Вот, зафиксировав ноги в таком положении, нам нужно наметить место, где мы будем просверливать отверстие. Таким образом очерчиваем линию, делим ее пополам и делаем отверстие. Ширина линии 14 сантиметров, соответственно отмеряем 7 сантиметров от края. Будет искомый центр.
Аналогичную операцию проделаем с оставшимися двумя заготовками. Ширина моих козел будет ровно метр. Сейчас установим три доски распорочных. Сделал все одинаковые по 90 сантиметров. Сейчас приступаю к сборке. Доски буду крепить саморезами на 60 миллиметров. Другие две доски крепим с обратной стороны на другую часть. Сейчас соберу козлы и измерю нужную длину цепи. Цепь буду использовать вот такую. Ну, можно что угодно использовать, в моем случае цепь. Отрезал цепь по размеру. Закрепляю с обеих сторон, примерно посередине. Ну вот, козлы готовы. Они легко разбираются, легко транспортируются. По аналогии изготовления первых козел, изготовляются также и вторые. Для тех, кому нужна красота, в принципе, в этом нет ничего плохого. Предварительно, перед началом работ, можно доски обстрогать, зашлифовать, а в конце покрасить. Ну, или покрыть лаком. Ну, что угодно, кому как нравится. Сейчас попробуем разобрать. Перед разборкой маленький тест-драйв на прочность. Ну ничего, держит. Связки со вторыми козлами будут работать вообще хорошо.
Все готово. Всем пока.